Так, а сейчас как слышно? Так, Сошников, лучше было первый раз слышно. Почему-то плавает. Так, сейчас на одну минуточку попробуем иначе сделать. Так, как сейчас меня слышно? Ага, хорошо, лучше, да? Ладно, тогда я сниму наушники и буду говорить в веб-камеру, которая установлена. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, Олег Сошников, который уже подключил запись. Запись у нас идет. Праздник продолжается. Я очень порадовался сегодня. Спасибо Олегу. Он хороший ролик, коротенький, хороший такой, взбадривающий по Экофест, прошлый Экофест и приветствие, или, скажем так, пожелание встретиться в 2021 году. И это будет реальностью, я больше чем уверен в этом, с чем и вас всех призываю к этому как бы вот стремиться. К сожалению, конечно, дело в том, что коронавирус, он со всеми его карантинами и прочими делами находится в различных фазах, и есть что есть. Но важно то, что хотя бы какая-то коммуникация есть. Но вот, в принципе, как бы мы ни старались, мы вынуждены будем все равно и дальше больше работать онлайн, то есть посредственно через интернет, хотя было много интересных мероприятий. Но тем не менее, все когда-то иссякает и наступает следующая фаза. Переживем и это. Поэтому просто хочу сказать, что, например, вот уже сколько месяцев собираемся, очень нужно ехать во Вьетнам. Вьетнам очень активный, как бы, территория, активное государство, активные люди, очень доброжелательны. Кстати, здесь на видеоролике тоже была большая представительная группа вьетнамцев, которые присутствовали в прошлом году на Экофесте. Они очень деловые люди. Мне очень нравится во Вьетнаме, и, к сожалению, никак. Но, по всей вероятности, дело идет к тому, что придется ехать, причем придется ехать так, что отбыть там 2 недели в карантине, никак, никаких условий нет, чтобы его сняли. То есть прилетаешь, определяют карантин, не в карантин где-то, а в специальный карантин изолированный, там отсиживаешь 2 недели, 14 дней, и только после этого тебя выпускают, ну, как бы, в деловую среду общения во Вьетнаме. Ну и после этого, естественно, там проработать там чуть больше недели, не 7-8, потому что программа в принципе уже складывается, вот, и после этого вернуться обратно. Тем не менее, у них там больших как бы скоплений людей не разрешают, есть свои определенные ограничения, и они молодцы в этом плане. В Европе тоже не все однозначно собирались, я собирался проехать даже не на самолете, ни на чем, на машине в Польшу и в Германию, там с нашими партнерами встретиться, потому что большими группами все равно в Европе тоже нельзя еще встречаться. Но Польшу закрыли, а в Германии ряд земель, как бы ограниченный доступ и выезд оттуда. Ну вот видите, есть что есть. Российская Федерация, правда, объявила, что карантин отменяется, по-моему, так было сказано, с 15 июля. Тем не менее, ехать и выехать оттуда не так просто. То есть ограничения действуют. То есть мы исходим из того, что есть. Итак, дорогие друзья, какие новости? Новости все хорошие, их много. Процесс продолжается, работы идут. И сегодня мы с вами остановимся на, как бы, на двух группах вопросов. Немного было вопросов текущих, а вторая группа вопросов – это вопросы, которые возникают время от времени, и я выстроил череду 8 вопросов, которые часто задаются, но практически о них должен знать каждый партнер и инвестор. Инвестор, который дает кредит, даже если он не партнер, но не активный участник как бы сообщества наших, как бы наше сообщество SkyWorld Community или же там где-то в другом сообществе. Поэтому давайте сейчас тогда начнем дальше действовать. И я
Использую старый слайд еще с 2018 года. Это заимствовал я в Беларуси в Минске. И повторяю, дорогие друзья, это хорошо, знаете, вот как молитву, есть вещи, которые надо часто повторять. Значит, мы за землю сегодня в ответе. И это каждый день, здесь, сейчас и в этот момент. Скажем спасибо, завтра нам дети. То есть где-то здесь и сейчас скажут спасибо нам дети. Поэтому, друзья, мы этим занимаемся. И поэтому давайте смотреть на все не только через мелкую призму каких-то своих там интересов, хотя это важно. Если на стол нечего поставить кушать, то, естественно, призма сужается до этого вопроса. Но тем не менее, на заднем плане, на главном плане надо держать и то, что мы за землю сегодня в ответе. И за все другое тоже. И это не только матушка земля, и это не только зеленая, экологичная, инновационная и, скажем, эффективная и так далее. Это все, это и наше отношение к друг другу, это тоже мы за землю сегодня в ответе. И чего я вам желаю, чтобы вы к этому относились трепетно. Далее, вопросы. Первая группа вопросов. Конкретно токены можно будет продавать до июля 2021 года или после июля 2021 года? И когда токены можно будет покупать? Покупать можно и сейчас. То есть человек, ну важно, он не знает, он задал вопрос, даст Бог, что он его слушает. Мой ответ сегодня, сейчас я покажу один слайд, я зашел в среду Skyway Global Token, так, в кабинет, и оттуда вопросы показал, с этим всем можно заниматься. Вот, да, сегодня можно покупать, продавать тоже уже можно. В месяц по 8,33%, по-моему, из вашего количества. Если у вас, допустим, там 100 токенов там, или 100 токенов, то 8 токенов можно каждый месяц, 8,3 токена или 2 месяца, 3 месяца как бы продержали, можете 25 токенов продать. Или 25%. Ну да, или 25 токенов. Вот, потому как они идут. И далее, для этого надо там иметь целую систему различных как бы сред. Это все есть на слайде, или скажем так, вот здесь на слайде. Здесь на слайде видно, что можно выйти и нужно выйти вот по этой ссылке, вот SVG токен. Там я только выбрал самые основные вопросы, там есть ответы. Нажимайте на соответствующий указатель и какие условия для обладателей акций Unisky Corporation. Как стать владельцем SVG токенов? Вкратце там рассказывается. Как завести криптокошелек Ethereum при помощи расширения для браузера MetaMask? Как сделать привязку различных Ethereum адресов к различным аккаунтам SVG токен на одном компьютере? Как зарегистрироваться в личном кабинете Skyway Global и так далее. То есть там целый ряд ответов. Вот это только я, может быть, одну третью из них высветил. Ну, зайдете, увидите все. Познавайте, потому что одно дело, что вы здесь услышали, я рассказал, это не моя компетенция. Этим я сейчас просто вот так ну, вот заглядываю через забор к соседям и говорю, что там это есть. В дальнейшем я мало чего буду говорить о том, что здесь происходит, как здесь происходит. Только в крайне редких случаях, и только при том, когда Skyway Community будет связано с этим процессом как-то напрямую или косвенно. Хотя это вполне реально, что это в ближайшее время может вполне произойти. Но, как говорится, поживем, увидим. Теперь вернусь обратно. Значит, и когда токены можно будет покупать? Ну, можно. Сейчас идет предложение, размещение первое по 10 центов за токен, если я не ошибаюсь, да? Вот, и это до того момента, когда будет набран фонд 60 миллионов. Дальше будет более дорогой токен и так далее. Это значит, что как на покупку, так соответственно и будет биржа будет реагировать на
то, что происходит. По вопросу, значит, уже полученных токенов, что и как желательно поподробнее. Ну, не буду я говорить. Понимаете, это не моя компетенция, не хочу я здесь что-то наводить тень на плетень. Может быть, я что-то не так скажу. Это лучше, значит, вот, пожалуйста, к тем. Это иначе я начну рассказывать, допустим, занимаясь магазином, ну, я не знаю, там, Пятерочка, я начну рассказывать о том, что в Призме происходит там или же, да, еще где-то в какой-то другой цепи. Хотя мы, в принципе, занимаемся всеобщим делом. Вот, поэтому идем дальше, дорогие друзья. И я хочу, значит, в данном случае перейти к тому, что нас больше. И как вы помните, у кого спрашивают про токены? Да? Людмила, ни у кого, заходите, читайте, все есть. В интернете все есть. То, что надо знать, там все есть. И я тоже неоднократно говорил. Нам важно знать, и как вы помните, я сейчас вернусь обратно, значит, как вы помните, в прошлый раз я показывал так называемый график из трех вертикальных составляющих, вот, и это был мой личный, вот, как бы, прогноз, и не столько прогноз, сколько визионирование, или, да, я видение, что сейчас важно, значит, токены или же акции. Я вот просто можно было сказать, что, друзья, сосредоточьте свой фокус сейчас на акциях. Недалек тот момент, когда акций не будет. Токены есть и будут. Акции будут, но они будут уже по другой стоимости, понимаете? У них дисконт, во-первых, все время, ну, как бы, снижается. Естественно, потому что риски уменьшаются. Но там есть и другие моменты. Сроки вот-вот-вот-вот уже совсем близко, когда вход так называемую состав совладельцев технологий, совладельцев акций Всемирной корпорации, транспортной корпорации, не будет возможен прямо через это, а можно это будет сделать только через биржу, и вы знаете, что значит уже приобретать акции с биржи, куда акции выйдут по номинальной стоимости в $1. Как они будут там, вверх, вниз, время покажет. Но есть вполне реальные предпосылки. Я неоднократно об этом говорил. Предпосылки к тому, что так называемая биржевая стоимость акций будет достаточно интересна и больше именно иметь динамику к росту. Ну, а как говорится, время покажет. Вопросы, на которых я сегодня хочу остановиться. Правовые основы сознания инновационного транспорта. Зачастую то об одном, то о другом, то о третьем. Здесь я выстроил их все в определенную логику. Что такое проект, который финансируется, еще раз? Что является основой проекта и как запланирована его реализация? Многие путаются, не понимают, куда мы идем, зачем идем, когда акции продавать, когда это будет, когда нам вернут, когда я смогу, значит, переписать на кого-то, бог знает еще что. За счет чего он финансируется и какова организационная база для этого? Как обслуживаются процессы финансирования проекта, назначение дисконта на этапах реализации проекта и как это связано с рисками, как происходит капитализация и так далее, и так далее. Образование дивидендов и основные преимущества участия в проекте. Вот на этих вопросах я очень динамично пройдусь. Вы сможете и просмотреть потом, вернуться обратно, посмотреть видеоролики. И поэтому я как можно больше, не рассказывая, не размахивая руками, а больше визуализировал, написал тексты и написал очень четкие, простые схемы. Давайте посмотрим. Первое. Извиняюсь, куда-то мы перепрыгнули. Очень сильно перепрыгнули. Так, что такое проект, который финансируется? Была схема. Здесь просто написано, что это проект. Проект – это создание сертифицированных средств струнного транспорта, средств. Это все. Это и, значит, транспортные средства, это средства, то есть средства передвижения, это, значит, все связанное с транспортной трассой или трассой, их производство, транспортной инфраструктуры всей, а также вывод технологии SkyWay на мировой рынок строительства транспортных сетей. Вот это все. Это отработка в экотехнопарке на его базе. Что является основой проекта и как запланирована его реализация?
Очень четко надо понимать, не надо ничего выдумывать. Для реализации проекта разработан ряд основных документов. Два из них основные, это базовые. Это как аминь в церкви, понимаете? Основная, главная вещь нашего проекта это бизнес-план. Он называется «Создание экотехнопарка, центра сертификации, тыр-тыр-тыр-тыр» и так далее. Ссылка на этот документ дана здесь внизу, пожалуйста. Этапы развития группы компаний. Второй документ. Содержание документа – это этап развития состоит из совокупности различных действий и мероприятий, направленных на реализацию бизнес-плана, проекта, рассчитанных на 15 этапов. На каждый из 15 предусмотрены необходимые действия и работы. Там все прекрасно написано. Я неоднократно на разных этапах к этому возвращался. Но прошу, у каждого есть возможность. Ссылка, пожалуйста, не надо нигде искать. Или же еще проще, у каждого в личном кабинете, кто является партнером, кто является инвестором, у вас есть возможность зайти в документы и основные документы посмотреть. Там они тоже есть. Для реализации проекта разработана организационно-правовая основа финансирования реализации. Что такое организационно? То есть компании будет этот процесс. Созданы. Что для этого создано? Создана головная компания Global Transport Investments Incorporated, GTI, владеющая интеллектуальной собственностью, которая является технологией инновационного, то есть владеет технологией инновационного транспорта и организующая ее вывод на мировой рынок. Эта компания владеет другой компанией, обеспечивающей, как я уже неоднократно говорил, процесс финансирования реализации проекта. Без финансов нет романсов. Процесс сертификации технологий. Без сертификации, опять-таки, нет строительства, нет возможности производства, нет возможности продажи. Строительство путей и производство транспортных средств. И процесс вывода технологий на рынок, то есть маркетингом занимается. Готовят договора, предварительные договора, которых достаточно много уже составлено. Там есть условия предварительного финансирования. Зачастую люди спрашивают, а кто, а где, а какие предоплаты. Дорогие друзья, это все в рамках договоренности. Это все является конфиденциальной информацией. Поэтому это есть. Поверьте, этот процесс идет. И как видно было прекрасно сегодня на этом ролике, кто успел посмотреть в начале, что в экотехнопарке, вот основная капитализация. Вот этот документ, еще раз он выглядит таким образом, экотехнопарк, бизнес-план, там есть много страниц и еще раз ссылка. Дальше. Это документ этапы развития группы компаний, опять эта самая ссылка, о которой я уже говорил. Далее, значит, за счет, третий вопрос, за счет чего проект финансируется и какова организационная база для этого? Повторяюсь, GTI, о которой я говорил, где есть акции А 30,25% и акции Б, это простые акции А. Каждая имеет один голос, номинальная стоимость $1 США. И акции Б, привилегированные акции владельца, здесь все написано. 20% привилегированные, прибыли не имеет голоса, это акция, но номинальная стоимость одной акции $1 также, но зато гарантировано получение дивидендов за счет того, что будет 20% от прибыли гарантированно перечисляться на распределение дивидендов по этим акциям. Global Transport Investments, головная компания, здесь все дано, сколько так называемая оценка интеллектуальной собственности, есть дальше там, кто еще в этой компании, у группы компаний Sky, Unisky есть Skyway, компания образована на британских, вирджинских, и владеет 100% ЗАО «Струнными технологиями». Что такое ЗАО «Струнные технологии»? Евразиан Rail Skyway Systems Holding. Акции 100%, каждый из них, просто Евразиан Rail Skyway Systems Holding, ЕРССХ 2, ЕРССХ 3. Вот они все здесь. Первое, 15% акций, вот из 69%.
Не относительно, абсолютно. 16.33 и 36.42. Все это вместе 69,75% акций. То есть это все они у трех этих компаний. Компания образована на территории тоже Британских островов. Зачастую задают вопрос, почему на Британских островах? Да потому что регистрация начиналась, регистрация сначала в Британии, в Великобритании. Процесс шел, и пока суть до дела, пришло компания, которая регистрировала, пришел, то есть Global Transport Investment, пришел счет из налогового департамента на оплату полугодового налога за имущество 400 миллиардов фунтов. Она была там оценена в фунтах стерлингов изначально. Вот, это 27 миллионов фунтов стерлингов. Там можно было сразу же застрелиться, то есть это первое, что надо было сделать, похватить все, что там есть, и быстро бежать оттуда. Что и было сделано, и обосновались на британской, тоже под британской юрисдикцией, на островах Британской Вирджинии, но там налог годовой всего 3000 долларов. Ну и пришлось, естественно, все перевести в доллары. Поэтому целью этой компании, Евразия Инвест, этих компаний является создание благоприятных условий для кредитования и защиты. Открываете слайд, все здесь написано, если у вас возникают вопросы. Пожалуйста, дальше. Теперь очень простая схема без всяких мудреностей. Акционерный капитал владельца Global Transport Investment с акции еще раз А столько-то, акции Б столько-то. Значит, этими акциями владеет Unisky Corporation, Unitsky Corporation, Unisky, этими владеют эти три компании. И плюс еще здесь присоседились RCG Group фонд, который не имеет никаких акций. Он просто инвестирует, он получает, он как бы продает свои акции, а инвестирует в главную технологию. Но у него одно условие, там прямые переселения большими суммами и от 10 тысяч выше. Об этом мы еще когда-то в ближайшее время будем говорить, потому что сейчас, наконец, все-таки все документы утрясаются. Но факт есть факт. Теперь далее. Четвертый вопрос. Как обслуживаются процессы финансирования проекта? Идет описание, что процесс, как, кто как делает, как обращается. Самое главное здесь является то, что конвертируемого займа договор заключается. Инвестору предлагается залог в виде доли акций компании, одной из компаний, в данном случае сейчас залоги выдает Eurasian Railway Systems Holding 3 под его займ. И как опцион, возможность зарегистрировать залог на свое имя. Каким образом? И там есть возможность, что после этого, когда человек этот договор заключил, он может стать или, значит, из инвестора стать акционером, или же инвестором остаться кредитором, который кредитовал проект. Таким образом, Skyway, так, здесь все, это все ясно. Какие-то еще компании, ну тут просто перечисляются, какие компании. В том числе еще и SVI Corporation, которая занимается, значит, официальный партнер группы компаний. Она является представителем, поручителем перед инвесторами. Здесь все прекрасно написано, не буду читать. Значит, и следующее. Назначение дисконта. Одну минуточку, куда же это карта? А вот, видите, я вернусь обратно к тому рисунку, то есть я более рисунком описал то, что здесь. Возникает вопрос, кто акционер, а кто кредитор. Когда-то мы об этом уже говорили, но важно здесь еще раз повториться. Инвестируй или ты инвестируешь в свой личный кабинет. Запомните, еще раз я хочу сказать, ни в какой проект мы не инвестируем прямо. Это просто мы говорим образно, что мы проект. В первую очередь движение. И это очень важно для контрольных органов, для финансовой регуляции, регуляционных органов. Что мы делаем? А мы делаем не в проект. Мы инвестируем или переводим деньги в свой личный кабинет. Да, после этого свой личный кабинет, после этого мы решаем. Даем займ для проекта. Принимаем решение. Если я решаю использовать опцию, то есть опцион, я могу забрать залог. Или решаю ждать возврата суммы займа.
Пройдемся здесь. Если я берусь, забираю опцион, воспользуюсь опционным возможностью, получаю залог акции, залог акции или залог в виде акции Евразиан, одной из них, в данном случае Евразиан Real Sky System Holding 3, и акционер Евразиан Real Sky System Holding 3 внесен в реестр акционера. Та компания, которая вот здесь была указана, она просто является в данном случае, она является посредником, и она поручителем, и она помогает мне этот процесс обслуживать. То есть это есть обслуживание процесса инвестирования, и я становлюсь акционером. Владельцем доли, но в конечном итоге акционером все-таки. Если решаю не ждать возврата, то есть решаю ждать возврата суммы, то получаю гарантию, а через 3 года возможность возврата суммы, и плюс еще до 4% в случае наличия прибыли интересов. То есть плюс еще, да? Я остаюсь кредитором, имеющим гарантию. Все, я имею требования на возврат суммы займа. Не более. Я кредитор. Здесь акционер, а здесь кредитор. Вот и выбирайте, кем быть лучше. Но и одному, и другому очень важно, что произошло с теми финансами, которые... Нас не интересуют детали, нас интересует в целом, идет капитализация или нет. Пошли ли там на гайки, или пошли там на покупку компьютерных программ, или же на разработку, оплату там труда проектировщиков, или на строительство, или еще что-то. В проект идут финансы, и проект капитализируется. Это экотехнопарк, о котором мы говорили, это производство в Минске. Это платформа SVG Token, это инновационный центр в Объединенных Арабских Эмиратах. Это все, что в этих рамках есть. Это капитализация. И это очень важно знать и понимать. Поэтому назначение дисконта на этапах реализации проекта. И как это связано с рисками. Да, помните, там на графике я показывал, откуда дисконт спустился вниз с 1 к 1000, спустился сегодня. Ну, скажем так, 1,90, 1,60, 1,50 и так далее. Вот в чем это. Тут все написано. Дисконт – это расчетная ценность одной акции доли. Так, здесь показано. Да? Риски. Вот очень важный момент. Мы всегда говорим, я грешил неоднократно, когда самые первые этапы моего знакомства кому-то там рассказывал с пеной у рта. Риски, риски – это все ерунда, главная технология. Нет, дорогие друзья. И что самое интересное, то, что в бизнес-плане, который я вам показывал, в нем на странице 58, вот ссылка, очень четко описаны все риски. Там целый раздел, целая страница этим как бы выделена. Следует учитывать, что проект имеет признаки венчурного проекта. Это факт. То есть рисковый проект, естественно. Но он связан с транспортом, он связан с технологией, которая себя уже как бы подтвердила. И сейчас только вопрос в временных факторах, и об этом я сейчас тоже еще пару слов скажу. Изначально имелись риски, там масса разных, но я вывел самое главное. Перерасход средств, то есть пришли деньги больше, у нас наоборот этот риск минимизировался за счет того, что как бы, или даже он исключился, потому что не дофинансирование, а из этих средств сделано значительно больше работ, чем предполагал план финансирования. Помните, второй документ, да? То есть по этапам, на каждом этапе собиралось меньше средств, а работы тем не менее делались. И это не говорит о том, что неправильно было запланировано. Нет, просто в процессе работ осуществлялись более эффективно с экономией. Вот в чем вопрос. Производственный риск. Могло что-то не срастись. Мы видим, что у нас в производстве происходит. У нас колоссально современнейшее оборудование. То есть нет, ничего там на коленке не делается. Все делается на самом последнем слове техники. Нет, организационный риск. Срабатывает система, финансирование идет, организуются все процессы, маркетинговые процессы организуются. Да, есть временные риски. То есть по срокам не срабатывает. Стандартные технологические риски. Технология себя неоднократно, она как бы получала экспертизу. Большой, колоссальный совет, если вы помните, где Анатолий Эдуардович Юницкий защищал эту технологию перед экспертным советом
Министерство транспорта Российской Федерации. Это очень серьезный, 46 или 45 там, по-моему, экспертов сидели, у которого, значит, это самое, вы же знаете, что один умный может задать, или наоборот, значит, чем там умных 100 ответить. Но тем не менее, в течение там ни одного часа Анатолий Эдуардович Юницкий отвечал, и заключение было положительное, то есть признать инновационную технологию, рекомендовать ее к пилотным испытаниям и применениям. Инновационные технологические риски, то есть это новшества, они постоянно развиваются, и нет, этот риск минимизирован. Эти риски минимизированы, и в большей степени имеют опыт, компания имеет опыт их преодоления, все, любой из них. Из риска к данному этапу приходится учить такие, как задержки в строительстве, мы это видим, инфляционные риски, но инфляционные риски, они на нас не сильно влияют, потому что так построен механизм финансирования. Другие риски по фактору время, срок. Видите, ну, например, риск, насколько он тут влияет на сам процесс вывода технологий на мировую рынок, но тем не менее влияет, не прямо, но косвенно, это СВГ токен, то есть выход на СТО. По временному риску коронавирус, значит, карантинный режим выбил из колеи графика работ подрядчиков, которые работали и работают с правовыми документами вывода на биржу. И все, и мы там, где мы есть. Сегодня уже, какое сегодня у нас, 16 июля, но пока еще, скажем, никто еще точно не может сказать, да, и не имеет смысла, когда скажут, что уже есть. Лучше это так, чем сказать, что вот нет, но мы сейчас вот в августе, или нет, мы сейчас в сентябре. Значит, узнаем, когда выведет. То есть будет объявлено. И не надо здесь волноваться. Это произойдет. Следующее. Здесь мы уже смотрели с вами. Следующее, значит, смотрите. Очень важно, я рекомендую это всегда показывать, и не надо там сильно рассыпаться. Экотехнопарк, его ссылка на это. И есть ссылка, я сюда ее не занес, на инновационный центр SkyWay. Любую на свой вкус выбирайте, как происходит капитализация. Да вот она, капитализация, раз, два. Еще плюс, что еще важно? Еще важно показать, что из чего состоит имущество. Все, ролик или фото показывается производство в Минске, ролик или фото экотехнопарка или и в инновационном центре Арабских Объединенных Арабских Эмиратов, и ролик или фото офис и КБ. Вот все наше имущество проекта. Оно все здесь. Пожалуйста, все здесь есть, и нечего выдумывать, добавлять или убавлять. У кого спрашивают про токены? Ага, уже ответил на это. Теперь следующее, дорогие друзья, важный вопрос. Образование дивидендов и основные преимущества участия в проекте. Доходы от всех проектов. Вот здесь все четко написано. Без всякой философии и раздумий. Прочитав это, ну, проще никак не написать. Проектов эксплуатации созданной транспортной сети. Доходы от всех проектов. От всех. И от строительных. И от каких-то других. Инфраструктурных. От значит, площадки или платформы SkyWay Global Token. Это доходы. Все. Она все в копилку собирается. Расходы вычитаются. Получается годовая прибыль на распределение. Там еще какие-то налоги выплачиваются. Годовая прибыль на распределение. Окончательная сумма. Из нее, если это единица 100, 100 миллионов, 80 миллионов идет на по акциям А. Проекты развития SkyWay уходят. Так? А 20% гарантированно уходит на годовой прибыль, уходит на прибыль для этих компаний, которые выплачивают дивиденды здесь и, соответственно, здесь. Но всегда возникает вопрос у людей, и это естественно, что проекты развития, а нафига, извините, давайте лучше сюда 60, а сюда 40. Нет. Ведь понимаете, чтобы источник не иссяк, первый год получили, второй год получили, а здесь ничего не происходит, и начнет абсолютная или относительная сумма начинает усыхать. Если в 2021 году была она одна, допустим, 100 единиц,
то в 22-м было тоже еще 100 единиц, потом уже 80, потом 60, потом 50 и так далее. То есть начнет уменьшаться на единицу акции дивиденды, если не будет увеличения базы для создания прибыли. Вот куда идет эта сумма. Не в карман, никуда, а на создание. И этот процесс очень важный. Здесь эта как бы паритетность соблюдена, и это очень важно понимать. Следующий, дорогие друзья, документ, инновационный меморандум, где очень много всего про организационно-правовой вопрос сказано. Вот ссылка. Дальше, что еще важно? А вот еще очень важный документ, кстати. Он на английском языке, правда, но тем не менее, техника экономическое обоснование сделано в 2013 году по этой технологии. Очень представительным составом экспертов. Рекомендую его тоже посмотреть и иметь в виду, когда возникают какие-то вопросы или споры. И, наконец, дорогие друзья, значит, я привел пример, значит, того понимания, почему здесь 10-й этап. Это не, я не ввожу вас в заблуждение. Я хочу вам показать, что уже на 10-м этапе, а 10-й этап был когда? В 2018 году в начале. В течение чуть больше, переходили. Потом был 12, 11, 12, пропустили 13, сейчас мы 14. Но что, к чему я веду здесь разговор? Вот я сделал как бы скрин, копию из, выдержку из документа финансирования по 15 этапам. Здесь, значит, обозначено было, что очень важно. Рабочая документация, то есть готовность рабочей документации по высокоскоростной комплексу технологии SkyWay. И там было обоснование, не обоснование, извиняюсь, а такая приписка, что ориентировочная стоимость рабочей документации, которая была сделана уже тогда, она сделана, она действительно сделана. И как мы уже неоднократно говорили, что мы только занимаемся сейчас, или вернее компания занимается только привязкой того, что тогда было сделано, что ориентировочная стоимость того пакета документов в случае продажи документации на мировом рынке, если мы отказались бы от этого, да, без строительства тестового комплекса, даже не стали бы тестовый комплекс, 1 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки. Представляете? Это тоже капитализация, дорогие друзья. Понимаете? Что еще? То есть это на 10-м этапе. Из 10-го этапа, значит, было выделено высокоскоростное направление технологий и перевод этого конструкторского потенциала, там 80 конструкторов и так далее, на разработку других направлений высокоскоростной перевозки пассажиров. То есть там различные интересные вариации, то есть выход на другие дополнительные вещи. Но к чему я здесь разговариваю? Потому что уже тогда документация была готова. И начался процесс, значит, мудрежки в связи со строительством. Были готовы, то есть в 2018 году построить в Белоруссии, значит, экспериментальный вот этот опытный тестовый участок 24-25 километров за пределы экотехнопарка. Но не сложилось, и начался процесс перевода этого всего в Объединенные Арабские Эмираты, где тоже сейчас готовы, и там определенные работы в этом направлении ведутся. То есть, тем не менее, хочу сказать, что если мы посмотрим дальше по планам, по динамике, то занимает это строительство, я уже неоднократно показывал, должно занять как минимум 12-15 месяцев. То есть год, может быть даже чуть больше, не может быть, а точно больше, чтобы все эти работы провести. Это я к чему веду разговор? К тому, что 15-й этап, где? Вот он там, когда высокоскоростная будет сделана. Но могут быть и кардинальные решения головной компании, которые я берусь озвучивать это, потому что это мое предположение, а что его тут просто перетряхивать. Поживем, как говорится, увидим. И это взято из первоисточника на 14 странице, можете это найти. Пункт 10. 10 этап, пункт 2. Дальше. Я еще хочу вам привести, значит, это я из аналов прошлых вебинаров, что этапы, первый по 9 этап были 43 миллиарда,
Основные расходы начались с 10 этапа, о котором я говорю. Это выделено было уже, здесь было 43 миллиарда акций залоговых, но 86 миллионов долларов под инвестиции планировалось, так? А с 10 по 15 17, то есть видите, почти в 3 раза меньше, но инвестиции почти в 2 раза больше. Потому что по проекту предполагалось, ну как бы расчетно 236 миллионов долларов на тот вот проект, о котором я говорил, вот этот проект. Вот в этом документе этапы развития группы компаний Skyway, где все эти финансовые этапы разработаны. Вот в этом документе это все имеется. Так, и поэтому всего акции под проект 279 миллиардов. Пока здесь рассчитано было вот столько. Их может быть будет чуть-чуть больше, но здесь есть большой резерв, и это очень хорошо. И как мы говорим, что еще впереди есть чего инвестировать, но этот процесс может пойти по-разному. По-разному может пойти. И теперь, от чего отталкиваться? Напоследок. Ты стоишь, дорогой друг, на пути саморазвития командной деятельности. Стоишь или нет? Понимаешь и учитываешь все прежние схемы и то, что принципы меняются. Принципы в мире меняются. Что важно, виртуальная среда стала площадкой, усиливающей в разы возможности. Так, так. Важно диверсифицировать свои средства, вклады и тому подобное, разные корзины. Важно? Важно. Недалек тот день, когда недвижимость, земля перестанет быть частной. Недалек тот день. Я уже неоднократно, и сейчас я все больше и больше в этом убеждаюсь. Ну, об этом мы еще поговорим. Не слушайте советов большинства, у них мало денег, говорит Роберт Киосаки. Создавайте базу для долгосрочных средств благополучия, дорогие друзья. Не будешь ты это делать, никто за тебя это не сделает. Государство только делает минимум. И то мы знаем, что, где и как, независимо от того, в каком государстве ты живешь. Допускайте, ну, разве что в Андорре там несколько иначе это дело. Допускайте определенный оправданный риск и оставляйте страховой фонд всегда. Самой востребованной валютой будут идеи и сформированные активы, дорогие друзья. Четвертое. Подумаем, куда двигается мировое сообщество. Новый этап локализации перед принципиально новой реглобализацией. То есть мир глобализировался, сейчас начинается реглобализация. Как он реглобализируется? Что произойдет дальше? Какая реструктуризация, какими структурами будет дальше действовать? На базе партнерства, но это факт, в рамках континентальных сообществ, скорее всего. Различные есть предположения, но будьте осторожны. Понимаете, осторожно относитесь к потоку подаваемой информации о сценариях рабства в различных редакциях тех, кто подают эту информацию. Будем осторожны, и как я уже говорил, мир квантовый. Как мы думаем, так мы и живем. Поэтому, перед тем, как завершить и вас поблагодарить, хочу вам пожелать хорошего продолжения лета. Всего самого доброго. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких. Строй Skyway, спасай планету. И как я вам говорил в самом начале, и скажу это в конце, повторив тот плакат. Мы за Землю сегодня с вами в ответе. Скажут спасибо завтра нам дети, и наши дети, и внуки и так далее. Всего вам доброго. До скорой встречи. Спасибо. До свидания.